гости, земляки, друзья. Я с необыкновенным волнением начинаю юбилейный вечер. И несмотря на то, что более четверти века имею честь знакомства с нашим юбиляром, постараюсь сегодня быть немногословной. Ведь творчество наших северян, феерическое мастерство главного героя не описать никакими словами. Итак, мы начинаем. Знаменитый корякский танец «Норгли» исполняет фольклорно-этнографический ансамбль «Амт». Художественный руководитель ансамбля и солист, народный артист России Иосиф Жуков. Thank you.
Леонид Ибрагимович, займите, пожалуйста, почетные места и педали. Комсомолшего 2009 года правительство Российской Федерации объявило новых лауреатов премии «Душа России». Более чем 200 претендентов премии удостоили 15 лучших, и среди них патриарх культуры Российского Севера, основатель и художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Ант», президент Всероссийского фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия», народный артист России Иосиф Иннокентьевич Жуков. Я приглашаю на сцену министра культуры Камчатского края Галину Монахову. Драгоценный Иосиф Иннокентьевич, только таким словом можно обращаться к вам. Вы на самом деле наше достояние, наша культурная ценность. Удивительно красивый, колоритный, талантливый человек. На самом деле можно призываться в любви вам бесконечно. Но на самом деле мне сейчас, как объявила Марина, предстоит выполнить очень важную миссию. Вручить вам премию, правительственную премию «Душа России». На самом деле мы были горды бессмертно, когда в конце 2009 года пришла такая замечательная весть. За многолетний добросовестный творческий труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в сохранение и пропаганду самобытного национального искусства коренных малочисленных народов Севера, развитие культуры в Камчатском крае, а также в связи с 60-летним юбилеем со дня рождения, письмо вручается Иосифу Жукову, губернатор Камчатского края Алексей Алексеевич Кузьмицкий. И также Иосифу Анатольевичу вручается ценный подарок. Я бы хотела просто еще раз безмерно признаться в любви Иосифу Иннокентьевичу. Талантливейший, умнейший человек, замечательный человек. Цветы, подарок. Ну а самое главное, как говорили сегодня, доброго здравия, Иосиф. Губернаторский, государственный, академический, Каякский национальный ансамбль танца «Мэнго» имени Александра Дюма. Thank you.
помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктора Петровича Орлова Аллу Викторовну Астанову. Вообще, все талант сумела объединить мастерство танца и воспитать целую плеяду молодежи, которой будущее Каярской сцены. Имея в своем багаже такие громкие сценические звания, как народный и заслуженный артист Российской Федерации, для большинства земляков вы по-прежнему остаетесь просто Иосифом. И это высшая степень народного признания, подтвержденная еще одной премией, которую сегодня вы получили «Душа России». Иосиф Иннокентьевич, от всего сердца желаю вам здоровья, бодрости, творческого долголетия и воплощения в жизнь задуманного. Глубоким уважением и признательностью. Виктор Петрович Орлов. Пожалуйста. Юбилейный вечер продолжает фольклорно-этнографический ансамбль «Ангт». Родовые мелодии. Я приглашаю на сцену настоятеля храма.
храма Петра и Павла, отца Ярослава. Многоуважаемый Иосиф Иннокентьевич, творческих сил, здоровья, благополучия, мира творить и радовать нас. Владыка Игнатий не смог сегодня приехать, но он передает свое благословение и подарок в честь этого события. Спасибо. Знаменитый эвенгийский певец, лауреат второго всероссийского фестиваля, посвященного Дню Победы, участник фестиваля «Русское чудо» в Тунисе, дипломант всероссийского фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» Владимир Хоменко.
Thank you.
Иосиф Матвеевич, вы для нас большой пример, и мы вас очень любим и уважаем. На сцене фольклорно-этнографический ансамбль «Анна». Национальный ансамбль «Патч». Руководитель Владимир Бережков. Thank you.
сейчас я хочу пригласить на сцену, пожалуй, самого дорогого гостя сегодняшнего вечера. Из далекого Санкт-Петербурга поздравить юбиляра приехал сын. Вам слово, Виктор Жуков. Исполняет народный артист России, лауреат премии «Душа России» Иосиф Жуков. Организационный комитет постоянно поступает.
поступает телеграмма в ваш адрес. Вот у меня в руках 8. Я думаю все-таки, что это личная почта юбиляра, и поэтому он сам прочитает. Хочу лишь вам сказать, телеграмма с Чукотки, из Лункеи, из Ямала, из всех северных точек России. Я с удовольствием вам их вручаю. Лауреат международных конкурсов. Камчатская хоровая капелла. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Евгений Морозов. Thank you.
жизни дарит людям, эти традиции сохраняет и умножает, передает из поколения в поколение уже много, 40 лет. Мы вас очень любим и искренне желаем, чтобы вы почаще бывали в нашем городе и дарили, и делились с нами своим теплом. Спасибо вам. Дорогой, родной наш, я вдруг вспомнила сейчас, как 25 лет назад по поручению первого секретаря обкома комсомола я должна была поздравить, не помню с чем, 25 лет назад. Это не звание первое было? Менга, да? Менга, да, солист ансамбля Менга. Я должна была зачитать приветственный адрес. И настолько концерт впечатлил, я выхожу вся такая юная, восторженная, забыла про этот приветственный адрес и говорю ему: «Ты вдохновляешь, ты окрыляешь, не помню, как там дальше, весь ты как праздник, весь как подарок». Я не случайно вспомнила этот эпизод, потому что прошло четверть века, и ничего не изменилось, он по-прежнему вдохновляет, окрыляет, вселяет. Спасибо. Я тебя очень люблю. Национальный ансамбль «Нолгур». Художественный руководитель Галина Федотова. Thank you.
ансамбль «Анна». Корякская мозаика. К вам на юбилей прилетели гости из Москвы.
Я приглашаю на сцену президента Культурного фонда поддержки национальных искусств, руководителя фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» Елену Тюрину и советника директора государственной телерадиокомпании «Радио России» Маргариту Лянген. От имени «Радио России» я хочу вручить вот этот диплом Иосифу Дмитриевичу Жукову. Поздравляет «Радио России» 60-летним юбилеем и выражает глубокую признательность за большой вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов России. Это правда. Когда 6 лет назад я прилетела и выпустила программу с ним, то у нас было колоссальное количество откликов. Звонили, писали, говорили, рассказывайте больше. Мы думали, что этого уже нет. Всей остальной стране очень важно знать, что есть на далекой Камчатке, что там живут такие замечательные люди, что они действительно настоящее искусство продолжают. То есть уже он настоящий. И поэтому... счастливая рука. Теперь я уже в другом качестве, как председатель гильдии межэтнической журналистики. Он открывал в 2008 году наш первый всероссийский конкурс средств массовой информации «Миротворец». И вот с его легкой руки у нас все получилось. Поэтому спасибо ему за творческую поддержку в церемонии награждения победителей конкурса «Миротворец». Едет Камчатка Жукова. Но это глыба в общем, национальной культуре России. Это скала в общероссийском культурном пространстве. И трон патриарха культуры Российского Севера – это его масштаб. От Всероссийского фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» низкий-низкий поклон и признание в любви. Детский народный саквояж, художественный руководитель, лауреат Камчатской краевой государственной премии Алла Сушок. Юные артисты дарят юбиляру холодно. Камчатка такая длинная, культура на Камчатке такая новая. Эмиля Камчатка мутая.
Вас сегодня с юбилеем поздравляют знаменитые камчатские парды. На сцене Сергей Косыгин, Александр Безугов и заслуженный артист России Александр Гилев. Ты ждал знаменитых камчатских бардов, а к тебе пришли твои братья. Иосиф, это не просто наш старый друг, в смысле вечно молодой, но очень много лет знакомый. Но это еще наш брат. Я имею в виду себя и Сергея Косыгина. Это наш старший брат, я средний, это у нас младший. Да, так Иосиф, по крайней мере, всегда говорил. Нас связывают многие десятки концертов, много путешествий по Камчатке, много километров пройденных дорог. Не тех дорог, которые пролетели на вертолете или самолете, а дорог действительно пройденных. И мы сегодня с радостью поздравляем нашего брата с его большим-большим праздником, юбилеем. Дай Бог тебе здоровья, Иосиф. Ну и, конечно же, песня для братки. Да, как я уже говорил, мы были знакомы с Иосифом в то время, когда он работал в Мэнго, и мы работали вместе, были у нас такие гастроли. Мы много гастролировали с ансамблем «Ангет», который был создан позже Иосифом. Но существовала в Калябине еще одна группа, которую мы называли так. Тундр-группа «Полный Ягук». Ягук в переводе с корейского «писец». Так вот, в эту группу ходил как раз Иосиф Жуков, Сергей Косыгин и я. В таком коллективе мы тоже много гастролировали по разным поселкам Калябии. Ну и, пожалуй, одна из песен, которые звучали в то время. Дело в том, что, конечно, Иосиф Жуков, наверное, больше знаком всем. Ну, Мэнго, это понятно, это, конечно, это традиция все. Но он знаком всем как киноактер и сериала. Он спас губернатора Камчатки, когда его подстрелили. Ну, это, правда, было все до революции. Да какая разница? Поэтому песня называется «Шаман». Yeah.
Thank you.
нашему правительству Камчатского края, особенно Министерству культуры, которые организовали такой большой праздник. Конечно, спасибо вам, моим любимым зрителям, с которыми я встречаюсь в Шорбине. Низкий вам поклон. Спасибо моим родителям, папе и маме за то, что они провели меня на этот свет. Спасибо моему народу, который сохранил эту прекрасную культуру, которую передал нам, а мы передаем нашему младшему поколению. Спасибо коллективам, которые приняли сегодня на этом прекрасном вечере. И особо хочется мне поблагодарить нашего, моего, то есть друга и вашего, Валерия Трофимовича, который написал сценарий, и режиссеру Тураева, и моему давнему другу Арине Грошу. И работникам еще раз все-таки я хотел вам сказать большое спасибо, что вы пришли на мой юбилейный вечер. Низкий поклон, я думаю, что мои любимые зрители всегда будут вместе со мной. Спасибо большое. Народный артист России, лауреат премии «Душа России» Иосиф Жуков.